сорок он подъедет, в 7:40 он приедет, наш славный, наш старый, наш Айцин паровоз ведет с собой вагоны, ведет с собой вагоны, набитые людьми, будто сеновоз. Он выйдет из вагона и двинет вдоль перрона, на голове его роскошный котелок. В больших глазах зеленых на восток горит одесский огонек. Он не из Одессы, пусть он не из Одессы, фонтанки и пересып ждут его к себе на двор. В 7:40 он подъедет, в 7:40 он приедет, наш славный, доблестный, старый паровоз. Он выйдет из вагона и двинет вдоль перрона, на голове его роскошный котелок. В больших глазах зеленых на восток горит одесский наступила, часами все отбила, а поезд не приехал, нет его, и все, но вот мы все равно дождемся, даже если опоздает и на целый год. Он выйдет из вагона и двинет вдоль перрона, на голове его роскошный котелок. В больших глазах зеленых на восток горит одесский огонек. Огонек.